Ну что, мы уже в зале. Винсент сказал, что мне нельзя сейчас сидеть в телефоне, но я все равно зашла. Потому что меня бесит, когда мне указывают, что мне делать. Хочу, сижу в телефоне. Тебе сейчас занятие спортом. Ты так худенькая. Быстро ты? Это да. Мы сейчас пришли в спортзал, нам нельзя сидеть в телефоне, нужно быть сконцентрированными на спорте. А я сконцентрирована и на спорте. Я как Наполеон, я могу сразу делать... Окей. Блять, мне надо выйти. Все, короче, в жопу, блядь, все. Заебал. Мне надо выйти, ребята, потому что сейчас время для спорта. Все, чао.